Мої вітання усім, хто зараз біля телеекранів. Що ж, сьогодні в контексті здоров'я нації ми згадаємо те, як, в принципі, не зважаючи на такі важкі умови, все ж таки діти наші відпочивали перед учбовим роком. І відпочили більшість з тих, кого оздоровлювали в таборах України. І діти, до речі, з Сходу, діти біженців, вони все ж таки мали хороше літо, і спортсмени, провідні спортсмени України, ветерани спорту, бували в таких таборах, зустрічалися з дітьми, проводили майстер-класи. Про один з таких майстер-класів, який в одному з кращих таборів, звичайно, за інфраструктурою, цей табір, мабуть, що взірець, і буде на основі його досвіду розвиватися ця інфраструктура в усій країні, але будемо мирно жити, я сподіваюся, наступного року все це як приклад і як уже сталий такий приклад, який розмножиться, буде. І такі уроки, відкриті уроки в даному випадку популярного виду спорту – футболу. Віктор Хлус приїхав до дітей у табір «Славутич» під Переяслав-Хмельницьким і провів цей відкритий урок. Ну, я скажу, що це перетворилося. Це свято, дійсно таке, дитяче свято футболу, пізнання. І такого побільше було. В цьому є оптимізм, в цьому є запорука того, що ми вирощуємо моральне і фізично здорове покоління. Однак, щоб недовго говорити, а більше показати, я вам раджу подивитися те, як усе відбувалося в таборі «Славутич». Прошу привітати! І людина, яка першою завжди нам розповідала про футбольні новини, чий голос теж надихав і надихає спортсменів. Це Валентин Щербачов! І тому, думаю, вам приємно буде почути їхні зараз голоси, їхні цікаві спогади і задати їм питання, які вас хвилюють. Що ж, доброго дня. Віктор Іванович Хлус, триразовий чемпіон Радянського Союзу, дворазовий Єврокубок Радянського Союзу. Зараз він очолює, він головний в контрольно-дисциплінарному комітеті Федерації футболу України. Тобто карає всіх, всі клуби, які погано себе ведуть. Ну, у нас сьогодні всі дисципліновані, нормальні люди, які зможуть задавати йому запитання. Ми проведемо це в такому пліц-плані, щоб запитання, відповідь. Крім того, Віктор Іванович подивиться на те, що можуть ваші юні футболісти, покаже кілька вправ, а потім вони зіграють двостороночку таку коротку. Отак коротко про те, що буде. Будь ласка, Віктор Іванович, привітайте наших юних друзів і поїхали. Добрий день, дітки наші. Хочется сразу у вас спросить, кто болеет за «Динамо» Киев? Кто болеет за сборную Украины? Вы настоящие патриоты. Дорогие детки, наверное, я вкратце скажу так. Я играл очень давно. 6 лет я провел полный в футбольном клубе «Динамо Киев». Сыграл я 120 игр за «Динамо Киев», забил 40 голов.
Ну вот у вас есть папа один, он говорит, Виктор Иванович, я вас помню. Очень приятно. Ну, а ваши родители, наверное, помнят. Сейчас я работаю в футболе. Работаю в Федерации футбола Украины. Добрый день, я из 4-го загону Угольниченко Анастасия. Скажіть, будь ласка, скількох років ви граєте у футбол? Я вам скажу так. Футбол я почав грати поздно. З самого початку я займався легкою атлетикою. І я хочу предупредити сразу дітей, футболістів, там, легкоатлетів. Ви можете займатися любим видом спорту. Потім уже лет 12-13 ви поймете, кем вы и где лучше, и где вы чувствуете себя лучше. Начал я играть в футбол, когда мне было 15 лет. А до этого я был мастер спорта по легкой атлетике. Мене звати Морозов Іван, я з 7-го загону. Скажіть, будь ласка, з ким ви грали свій перший матч? Перший матч я грав у нас в Києві на Олімпійському стадіоні. Тоді он вміщав 100 тисяч зрителей. Перший мій матч був з командою «Динамо Тбілісі» в 81-му году. «Динамо Тбілісі», он папа помнит, в 81-му году была обладателями Кубка Кубков. И первый матч они играли в Киеве. В Киеве 100 тысяч было людей, мы выиграли 1-0. Ну, и я забил гол. Опусти! Скажите, пожалуйста, в чем ваш секрет в победе? Секрет один. Значит, есть такая пословица, что таланта 5%, а 95% – это труд. Это труд и воля к победе. Несмотря ни на что, идти и добиваться успехов. Даже если будут какие-то преграды, это даже лучше. Чем больше преград, тем вы дальше будете идти. Я думаю, успех победы – это только работа. Як ваші батьки ставилися до того, що ви полюбляєте футбол і хотіли стати футболістом? Я вам скажу одно, ви щасливі тим, що у вас є батьки. У мене, ну, к сожалению, їх не було. Я був в школі-інтернат, воспитувався без батьків. Мене звати Артем Анатолійович, я із 7-го загону. А у мене є запитання. Як ви можете сконцентруватися на грі, коли дуже шумно? Молодець, це вопрос такий, ну, можна сказати, професіональний. Я вам скажу, очень сложно, особенно первый раз, второй, третий, но потом он привыкается. Но когда ты выходишь, как я вышел 100 тысяч народа, можете представить? И такой свист, шум, я думаю, куда я попал, что я буду делать на этом поле? Тут один кричит, ты балерина, ты такой-то, ты сякой. Понимаете, очень сложно. Но это надо забыть, концентрироваться на игре и на поле. И на поле. Все отдать футболу. Скажіть, будь ласка, з ким ви грали свій останній матч? Футболісти справжні зібрались. Знаєте, останній матч, у мене такий вопрос. Я грав 2 дні назад матч, і через 3 дні буду грати матч. Я ж не знаю, як відповісти. Ні, ще сьогодні ви будете грати. Я знаєте, я вам скажу, 2 дні назад на Оболоні. Хто знає Київ? Или ви всі з Києва? Хто з Києва? Практично всі з Києва. У нас 2 дні назад на Оболоні ми зробили таку акцію. Зірки футболу грали проти зірок естради. Наверно, ви естрадних півців всі знаєте, да? Там і Білошапка був, там і Павлік, і Фозі. Знаєте таких, да? Да, півців. Вот на Оболоні в присутствии 5000 людей. Повний стадіон, биток був. Ми грали
два дні назад ігру. Так що я можу відповісти, що я два дні назад грав ігру. І хто кого? Значить, ну, і звісно, ветерани «Динамо Київ» в упорній боротьбі 2-1 обіграли артистів естради. Браво, браво, от бачите. Этот матч був посвящен миру і єдності України. І плюс ще Небесної Сотні. Ми цих ігр провели по 22 ігри. Всі ігри були... Україні, так? Да? Це по Україні. По Україні. І я вам скажу одно, очень приємно. Підтримка була везде. Було мінімум около 5 тисяч людей. Так що дуже приємно було грати. Якого року ви почали грати в футбол? Маленьким ли в професіональний футбол? Как що ти мав в виду? Професійний. Професійний футбол я почав грати в 80-му году і провів потім ще 15 років у професіональному футболі. Як ви гадаєте, а хто виграє чемпіонат світу? Хто фаворит і хто має на перемогу шансів більше? Знаєте, я ще місяць назад в мас-медіа, ви знаєте, що в Києві у нас інтерв'ю беруть багато, тому що якби ми так на виду. Я місяць назад ще сказав, що чемпіоном світу буде збірна Германії. Чому я так думаю? Тому що всі грають в футбол, а виграють Германія. Дякую. А чому ви вирішили стати іменно футболістом? У мене, чесно говоря, вибору тоді не було большого. У мене папи не було, мами не було, вулиця, м'яч. І от це все мене привело в футбол. Такой матч вы никогда не забудете, ну, вообще. Какой он был самый классный матч? Я не могу забыть матч, когда «Динамо Киев», он, папа помнит, в полуфинале, в 81-м году «Динамо Киев» была очень сильная команда. И мы играли в полуфинале Лиги Чемпионов с английским Астон Виллой. Все букмекеры, знаете, что такое, да, букмекерские конторы, знаете, да? Все нам в один голос как бы сказали, что «Динамо Киев» будет победителем Лиги Чемпионов. Но случилось несчастье. Мы приехали в Англию. За 2 часа до игры было по колено воды. Ну, вы можете представить по колено воды? Я думал, что матч как-то отменят, но матч состоялся. Мы играли в грязи. Очень сложно в такой обстановке показать класс. Мы были сильнее англичан, и мы проиграли там 2-0. Я был признан лучшим игроком этого матча, но этого не помогло. «Динамо Киев» вылетело из Лиги Чемпионов. А так бы, 82-й год, мы бы повторили бы. Я вам, знаете, что скажу? Вот, может быть, и Валик, и ты помнишь. 80-й, 81-й и 82-й год «Динамо Киев» 3 года подряд не проиграло ни одной игры. Ни одной игры. Оплески нашим динамовцам. І сподіваємося, що зараз росте гідна зміна. А коли ви грали свій перший матч, вам було страшно? Ну, слово «страшно», мабуть, не підходить страшно, тому що ти вже знав, куди ти виходиш. Ну, було, я вам скажу, була така по коже дрожь така пішла, знаєте, коли 100 тисяч людей сидить, дрожі, хотілося показати все краще, що ти, как бы, есть в тебе. А когда были вы в Швеции, вы не хотели вернуться в Украину? Хороший вопрос. Я вам, знаете, давайте вот так откровенно скажу. Я поехал в Швецию играть, когда еще был Советский Союз. Это было, как бы, ну, вы, наверное, не знаете, Советский Союз. Это не то время, как сейчас. Это совершенно другое время было.
И когда я приехал в Швецию, мне захотелось там жить. И вот хотел жить, год прошел, два, три, четыре, пять. Я думаю, как прекрасно, как хорошо. Но в то же время не хотелось ехать в Украину, не хотелось. А когда у нас в стране прошли изменения, мы начали жить по-другому. И я с одной поездки, когда я был здесь, увидел, что Украина меняется, я подумал совершенно по-другому. Мне захотелось вернуться. И когда мой сын Олежка, ему было тогда в пятом классе, подходит ко мне и говорит: «Папа, я хочу вернуться в Украину, потому что там все по-другому, там уже так же, как и у нас. Там есть супермаркеты, там есть уже и все, и компьютерные классы, и так далее, и так далее». И несмотря на то, что мы были там 10 лет, моя семья вернулась сюда. И мы стали активными участниками процесса того, что происходит у нас в стране. А можно такой вопрос? Вы когда-то играли против Барселоны? «Динамо Киев» в то время, когда я играл, мы каждый год ездили на сборы в Испанию. И там был такой турнир, назывался он «Ля Корунья» турнир. В этом турнире всегда играла Барселона, всегда играл Атлетика Мадрид. Кто? Да, Реал Мадрид. И «Динамо Киев». И мы на этих турнирах всегда играли с Барселоной. И я помню один матч, когда мы выиграли 4-0. Ну, это был турнир, это была не официальная как бы игра. Так что мы в то время были сильны. А с каким максимальным счетом вы проигрывали или выигрывали? Ну, я помню такой матч, играли на Олимпийском, «Динамо Киев», «Гурия», «Ланшфуте». И мы тогда выиграли 9-0. 9-0. Это была высшая лига. А самый большой проигрыш, я помню, в Ташкенте мы играли, когда в тени было 48, и мы играли в 12 часов дня, потому что раньше все клубы были умные. Чтобы выиграть у «Динамо Киева», надо что сделать? Сделать для «Динамо». Да, для «Динамо Киев» сделать самые плохие погодные условия. И вот они в 12 часов дня игру, 48 в тени, 48 в тени. Я вам честно скажу, у нас игроки до поля не доходили. Ну, это просто невыносимо. Полуобрачное состояние. Полуобрачное. Вот посмотрите Бразилия сейчас, да? Бразилия. Почему игры там, сколько они проходят у них? В 11 час дня, в 11. Представляете, 38 градусов, 40 градусов. А скоростя какие? Посмотрите, все бегут, все отдают. Все. Я просто думаю, что команды играют на пределе своих возможностей. Дальше, наверное, уже некуда. Просто вот 110% они отдают спорту. А как же Германия останется? Вот так. А немцы закаленные, да, они крепкие, дисциплинированные, между прочим. Я знаете, думаю, что... немцы, они планомерно, не спеша идут. Это там Голландия 5-0 выиграла, 3-0 там. Это немцы 1-0, 2-1, 2-2. Нормально, они постепенно идут. По принципу, тише едешь, дальше будешь. Да, спасибо. Да. А вы когда-то играли с сборной Бразилии? За сборную я провел 20 игр за сборную. Но не, да, тогда помните, было сборная СССР. Не было сборной Украины с СССР. Вот мы играли я не помню, чтобы мы играли с сборной Бразилии. Не было. Ну в каком матче вы забили, именно вы забили больше всего голов? Я забил, наверное, в 4 играх, сделал хет-трик. Вы знаете, что такое хет-трик? Три гола. Аплодисменты. Да. А в одной игре, когда играл в Швеции, я сделал покер. Что такое покер? Четыре гола. Ну, молодцы, специалисты. Наверное, каждый из вас, да, вот каждый из вас, вот, да, из детей, да, вот, как тебя зовут, Маша? Да. Как тебя зовут?
Валик, да? Валик. Ты хочешь играть в Динамо Киев? Да. Хочешь? Как тебя зовут? Стас. Стас. Ты хочешь играть в Динамо Киев? Да. Да. И я хочу. Видите, сейчас мы назовем всех. Все хотят играть в Динамо Киев. Такое же желание у меня было. Но почему я играл в Динамо Киев? Это уже зависело от всего. От природы, от данных, от физической подготовки. И самое главное в жизни – это везение. Везение и плюс, может быть, работа. Я Віталій Едуардович, вважати п'ятого загону. У мене до вас такий вопрос. Як ви настраювались, щоб не падати духом, коли на тренуваннях щось не вийшло? Давайте я вам секрети розкажу. В Динамо Киев, чтобы играть в основном составе, у нас была очень большая конкуренция. И ты должен каждую тренировку, а их было две в день, доказывать, что ты лучше других. Доказывать каждый раз, каждую секунду, каждую минуту. Вот мы все здесь, 22 человека, да, играем. А играет всего в составе сколько? 11. А сколько замен? 3. Понимаете? А нас всего бегает по полю 22 человека. И стоит тренер, и смотрит. Ага, тот сачкует, тот бегает, тот сачкует, тот бегает. Кому предпочтение он отдаст? Тому, кто бегает. Молодцы. И поэтому на каждой тренировке у Динамо Киев была война. Две команды воевали друг против друга. И я вам скажу, секрет такой скажу. На каждой тренировке у нас была драка. Зачем, да? Зачем, казалось, драка? Почему драка? Правильно. Драка почему? Никто не хотел что? Уступать. И каждый игрок отдавался на 100%. Иногда бывает, что промажешь мимо мяча, ударишь в ногу, а тот что сделать, возьмет тебе и ответит. И драка сразу. Так что в этом плане, вот у игроков Динамо Киев настрой был на все тренировки, на все игры на 100%. И самое главное еще, это мой вам совет, самое главное, чтобы вы нашли свой оптимальный вес, оптимальную игру и готовились к игре. Давай, еще круг. Слабутычки Динамо. Ну я буду подсуживать Динамо, это ж понятно. Давайте, ребята, пошли. Начало игры. Студент, почему мы были там? Потому что вы знаете, кушать надо где-то было. Так мы устраивались в такие пионерские лагеря. Лето проходило как одна секунда. Я просто вот от души, честно вам скажу, от души. Я хотел бы возвратиться в то, когда я был там, когда мы это все делали, знаете как. И самое главное, что это остается на всю жизнь. Я вам скажу, я сужу с точки зрения такой немножко профессионала. Видно, что эти детки нигде как бы в школах спортивных не занимаются. Но меня, знаете, что вот удивило? Удивило то желание. Вы видели, как они подкатывались, бегали, вставали, падали, опять вставали. Они хотели показать себя перед нами. Это очень важно. Очень важно. Желание есть. Другая жизнь сейчас. Вот мне говорят, что не так просто. Вот даже в динамовской школе нету такого, как было раньше.
Раньше на просмотр приходило по 500, по 600 человек в день. Приходило, с них можно было выбрать 10 человек. Сейчас приходит 20 человек, а 20 человек выбрать некого. Я сам с детского дома. Можно сказать, даже я вам скажу так. Мне бы не надо было чем-то заниматься. Я живу в прекрасном месте, у меня прекрасная жена, я живу в хороших условиях. Я бы сидел бы дома и до конца своих дней ездил бы на хорошей машине, ездил бы это самое. Но мне не сидится дома. Мне хочется что-то делать. И вы же видите, мы делаем акции. Мы объездили 20 городов. Это каждую субботу, воскресенье. Я садился на свой джип. И брал с собой 5 человек еще и ехал. И можете представить, жену мою, каждую субботу, воскресенье я сажу в свой джип людей и везу куда-то. О чем думала жена? Не мне. Да. Иногда она думала, совсем не в футболе. Но когда покажут по телевизору, когда это все покажут и видят, она со мной соглашалась. Но самое главное, мы едем, куда-то бежим. Да, мы убиваем машину. Да, мы тратим бензин. Да, мы тратим свою энергию. Мы тратим свое время. Но самое главное, я взамен получаю адреналин. Адреналин от того, что в каждом городе нас ждут. В каждом городе по 5, по 6 тысяч. Я помню одну игру. Мы приехали, это было в Карпатах. Мы приехали, поле, и нет трибун. Я думаю, елки-палки, ребята, поле идеальное. Говорит, Виктор Иванович, не беспокойтесь, у нас все будет. Я зашел в раздевалку, пока мы переоделись, выходим. А вы знаете, Карпаты зеленые. А мы вышли, Карпаты черные. На всех пятачках были люди. Ну, мы так прикинули, минимум 5 тысяч было на нашей игре. Это видно с Карпат, с гор, откуда-то люди спустились, заполнили все. Это пространство удивительно, как объединяет футбол. Футбол любят везде. Опа! Да ну, вы уже проиграли! Ох! А-а-а! Знаешь, какая ошибка ваша? Вы все хотели ударить вот 2 метров, да? 2 метров. Я с 2 метров сильно не ударил. Вы должны сделать разбег, чтобы вы встретились там на самой высокой скорости. Детки, смотрите, бегу и встречаюсь с мячом на самой высокой скорости. Вот, раз, бегу. Все! А, молодец, Костя! Видишь, немножко обучили его и все. Ой! Волга! Я хочу сказать, мы увидели очень прекрасный футбол. Я ожидал худшего. Вы играли хорошо. И я вам скажу, мне из всех понравился один мальчик. Скажите, кто? Костя! Какой? Ну покажи. Костя! А скажите, почему он мне понравился? Скажите. А, почему? Маленький? Он дисциплинированный мальчик. Он как стал в защите. И команда не пропустила ни одного гола. Это очень важно для команды. Дисциплина. И плюс еще он хорошо играет. Вот вам, если он будет так играть, он будет хорошим игроком. Будешь, да? Да. Лучший игрок матча. Как лучшего игрока матча? Получаешь журнал «Динамо Киев» и там почитаешь. Хорошо? Еще раз. Давай. Лучшему игроку матча. Давайте. Посмотри туда, вот в экран. В экран посмотри. Изумительно. Украина!
Ну що, вам сподобалося? Я думаю, що особливо батькам та й юним нашим співгромадянам такий відпочинок і такі відкриті уроки, майстер-класи, вони завжди вносять, я сказав би, такий, ну, живу таку нотку у життя і так, в принципі, активне життя спортивних і оздоровчих таборів. Так що наступного літа, я сподіваюся, це вже буде не поодинокі приклади, а системою зустрічі великих спортсменів з юними співгромадянами, проведення таких майстер-класів. Ну, все добре.